Это масло вот сюда, сюда. Это простой, доступный каждому и очень точный. Или искренне. Ревизию поршневой. Мертвая точка. Называем. Поршень остается только. И молоточком здесь тюкаем. Плюс вот сюда поставить шпильку. Даже не имеет резьбы. Перетяжка сидений. Капля вот этой мочмалы. Просушку. Как приготовить дешевый, но крутючий металлик с обыкновенной нитрократкой. Эрорафик. Главное не переборщить. То есть это очень дешево. Привет мастеровым ютубовцам. Вот сегодня такую маленькую мы ремонт тут сделаем. Значит, вставляю сюда ключ. И оно что-то не открывается. Может, ну, с горем пополам я его там снял. Вот здесь имеется у нас вот такая типа прорезь. И должно там что-то быть. У нас, значит, здесь получается что? Так, ну причина этой беды. Вот эта штука, что крутиться должна. Значит, отлетела здесь. Это что там было, не знаю, выскочила по дороге, видимо. Поближе наведу. Вот это, видите? Вот, ну, здесь элементарно я, значит, сделал. Не буду слишком, говорится, мудрить с эту камеру. Обыкновенная заклепка. Вот она, заклепка обыкновенная. И вот ее стоит это вверх. Вот так вот ее такой купоньки. Порядок. Все. Зацепление есть. Выскочит она никогда не выскочит, потому что она, видите, вот вверху все время находится шлепка, то есть тяжелая штука. И по закону этого Ньютона, кажется, тяжело все падает вниз. Вот так вот она будет держаться. Примеряем. Ставим пластик на место. Так, порядок. Вставляем сюда ключ и пробуем. Оп, открылась. Все, порядок. Окей. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки вверх. Всем удачи, ребята. Всего хорошего.